Сегодня Международный день человека с синдромом Дауна. Его отмечают в 13-й раз. И главная задача – привлечь внимание к таким людям. Ведь от рождения ребенка с хромосомной патологией никто не застрахован. Тюменская общественная организация родителей и детей с синдромом Дауна 21 марта всегда проводит мероприятия. В организации сегодня состоит 100 семей. И каждый год самые активные собираются в центре, чтобы поделиться своим опытом и развеивать мифы. Мифов много. Самое первое – это то, что эти дети, они зачастую идут с тяжелой умственной отсталостью. Мама и папа не узнают, ходить не будут, говорить не будут, учиться не будут, работать не будут, дурачки дурачками. Хотя на самом деле эти дети очень хорошо социализируются при правильной коррекционной работе. Вполне адекватные, хорошие ребята. Об особенных мамах особых детей смотрите сегодня и в программе ТСН «Итоги».